после того, когда произошла аварийная ситуация, связанная с взрывом газом и разрушением дома, части жилого дома по Хуторской 6/3, управляющая компания, которая обслуживает этот дом, управляющая компания «Суворовский», провела максимально быстро противоаварийные работы. Это были работы по разбору поврежденных конструктивных элементов. Затем департамент городского хозяйства внес изменения в титул капремонта и заказал проектную документацию по капитальному ремонту этого дома. К сожалению, работы не смогли выполнить, работы по капитальному ремонту не смогли начать вовремя, потому что в августе месяце у нас были проведены торги, но мониторинговая группа, которая контролирует закупки, нашла ряд замечаний, пришлось торги отменить. Затем была объявлена вторая процедура, и есть победитель. С 1 декабря с победителем строительной компании заключен договор. В настоящий момент уже проводятся ремонтные работы по данному дому. В настоящий момент проводятся работы по установке кровли, для того, чтобы можно было уже в течение следующего года проводить остальные работы по ремонту конструктивных элементов. Ориентировочно мы планируем, что мы планируем где-то к лету следующего года закончить эти работы.